Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Зевс Начало. Так, ну что же, давайте континь. Так, ребят, ну я же этого босса, по-моему, убивал в прошлой серии. Эй, почему я опять должен с ним драться? А? Кто мне подскажет это? Ведь в прошлой серии я его накумарил, и мы, в принципе, на этой с вами ноте и остановились. Ладно, в принципе, ребята, лишний раз не помешает его проучить, я думаю, да? Тихо. На самом деле это ватный босс, вы помните? Я ему даже друг по другу не попали. Тихо, оу. Тут он, оу. Ребята, что за дела? Да хорош ты, ребята, у меня что-то подлагивает у меня джойстик, я не знаю почему, по какой причине. Ладно тебе. Завалил гаденыш меня все-таки, а? Так, отходим. Иди сюда, упырь. Ребят, он у меня одно здоровье все-таки отобрал. И это плохо. Это печально, на самом деле. Дай сюда энергию. Так, промазали мы здесь. Да что такое-то? Ну, иди сюда. Все, ребята, я ему накатил. Ну и как вы видите, чувачок получил по мордельням. И, ребята, мы с вами продолжаем. Underworld. У нас следующая миссия. Вон он лежит. Отдыхает. Ух ты! Скелетики? Встанет, нет? Встает! Да ладно. Вы умираете вообще или нет? Тихо, отойдем, ребята, отсюда. На-ка! Получи и распишись, братюня. Хорош тут выеживаться мне. Так, ребят, ну их нужно несколько раз подбивать. Так, ну что, двигаемся далее. Так, посмотрим, что у нас здесь. Аптечка. Ладно, я возьму, наверное. Так, этот маленький у нас энергию дает, да? Этот дает у нас энергию, малыш. Так, опять, ребята, тут скелетики. Ой, а это еще кто такой? Дай энергию мне. Слушай, он здоровый. Но тупорылый, как валенок. Какой-то спартанец, блин. Ребята, почему я не вижу у них здоровья? А у них, по-моему, и не показывалось, да, никогда здоровья? Ну ладно, наковыляем ему потихонечку, помаленечку. Иди отсюда. Так, деньги. Так, что? Продвигаемся дальше. Поехали. Так, тут у нас что? Пусто? Тут тоже пусто. Ну, скелеты, на самом деле, ребята, это вата. Если Тихо! Если сравнивать с бабами с плетками, то это вообще для нас ерунда. Тихо! Сейчас было подленько, на самом деле. Сейчас было очень подленько. Их, кстати, очень много, ребята, здесь. Так, отойдем отсюда. Так, накумарил. А этого еще не добил, оказывается, да? Че, еще встанешь или нет? Встает. Я даже не знаю, кто, ребята, здесь будет у нас в загробном в этом мире босс. А вы можете предположить? Да хорош, успокойся. Так, отойдем. Дайте я пробирочку возьму. Она мне пригодится. Так, ну. Ой, их тут два уже, ребята. Их тут два. Отходим. Вот здесь лучше их. Вот здесь будем встречать. Нет. Не вариант, ребята. Да ну их нафиг. Что за ульта такая слабая, которая даже не может, ребята, их пробить? Я не понимаю. Почему? Действительно, она слабая. Вроде бы мощная, самая мощная была. И все равно мы их не можем убить. Смачно, да? Подбили. Кстати, если хотите знать, у меня, ребята, ни одной контини больше не осталось. Не знаю почему. Да ладно, Цербер? Ребята, здесь Цербер будет. Он спит в данный момент, якобы. Ну ладно. Так, отойди. Я не хочу, честно говоря, знать, что она делает. Надо их быстрее всех расколбашивать здесь. Вау. И сейчас Цербер выйдет, да? Или нет? Выйдет или нет? Нет, ребята, не выходит. Фух, ладно, пускай он там себе спокойненько спит. Медуза. Отвали, что она делает? Да ладно вам. Отвалите вы все от меня, господи, а прицепились-то. Скелеты тут. Эй, так было подленько на самом деле. Обойти меня сзади, из-под тишка ударить. Так, опа-на, ребята, медуза Горгона здесь будет.
Это факт. Это факт. Почему я это знаю, ребят? Ну, кто у нас еще может превращать людей в камень? Конечно, только она. Больше никакого мифического героя я, честно говоря, не помню, чтоб такой мог делать. Ну, иди сюда, вставай уже, великаша. Так, ну... Я одного не могу понять, ребята, почему у меня нет контини ни одной? То есть, если я погибну, да, мне придется игру начинать все с самого начала. У меня нет никакого желания начинать ее с самого начала. Ну, хотя бы посмотрим с вами босса тогда уж. Так, а я могу разбить эти статуи, нет? Абсолютно не могу. Ладно. Так, аптечку. Дали мне аптечку. Она пригодится. Ну, где? Где остальные? Я знаю, вас куча тут. Ребят, вот и... Так, ребята, понял. Не понял только одного, а как? Да ты будешь выходить из окаменения? Так, а подожди, а... Ребята, а в чем проблема-то? В чем, я спрашиваю, проблема? Почему я не могу ее накумарить? Зашибись. Это что за босс такой, которого я не могу даже, ребята, задеть? Вообще никак. Вот только сейчас она начала получать. Отходим. Да как ты меня могла подбить-то сейчас в данный момент? Ты... Старая ты корга. Уйди отсюда, нервируешь. Ага, вот так вот только что, что ли? Я понял, ребят, давайте... Пускай она ко мне сюда повыше поднимется. Тихо, тут еще какая-то змея. О, ребята. Получил, наконец-то, я одну континьку себе. Челлендж. Новый какой-то у меня, ребята, тут, видимо, открывается. Ой, мы вдвоем, смотри-ка. Это кто у меня такой? Новый герой какой-то? Челлендж. Прохождение вдвоем, да? Так, мне на самом деле бы... Так, а интересно, какой здесь будет босс? Мне это хочется... Так, тихо, подожди. Ребят, это же был боссом у нас когда-то, да? Вот эта вот химера. Дай мне аптечку, пожалуйста. Если бы нам давали бы что-нибудь за эти очки, было бы, наверное, круто. А так это просто какой-то летающий уровень, где нас, наверное, будет поджидать сейчас босс. Опять какой-то очередной мутант. Так, химера. Так. На самом деле это не химера, ребят, а, скорее всего... Какой-то просто летающий оборотень. Можно ее так, наверное, назвать. Так, а где красненькая? Почему красненькую медузу не дали, а, ребят? Я бы хпшки бы взял бы, хотя они мне не нужны сейчас в данный момент, но все-таки. Так, давай подбивать все. Если нам здесь дали двоих героев... А, кстати, это не тот герой, которого я накумарил, а? По-моему, он похож. Это как бы наш брат. Мы его дубасили... Мы его дубасили, и теперь он типа за нас стал. Так, понятно. Тихо. Ага, подбили. Да, игра слишком детская, но по прохождению, ребята, я бы не сказал, что она детская. Ну что, босс? Или нет? Пока опять же не босс, нифига. Слишком долго летим мы с вами. Ну где ты там, выходи, появляй. Вот босс, ребята. Музыка, музыка обострилась. Где он, только я его не вижу. Какой-то секретный, что ли? Невидимый, что ли, босс, или что? Воу. Воу. Ребята, да ладно, хорош. Что, серьезно, что ли? Дай аптечку. Аптечку-то будем брать? Тут, короче, два какие-то босса. Но это далеко не циклопы. Какие-то великаны. И опять же, они какие-то, ребята, ватные. Так, минус один. Хорош ты. Оу. Ха-ха-ха. Ребят, это жестко, жестко, я вам скажу. Слушай, я не понял, если честно. У нас, оказывается, повреждения получают оба героя, то есть один и второй. Да, это меня усложняет ситуацию. Я теперь понимаю, почему их дали именно обоих. Так, тихо, 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 ты плешивый, ты сейчас получишь у меня. Дай мне аптечку, пожалуйста. Так, ну здесь у нас три здоровья, поэтому босса мы в любом случае должны, обязаны просто-напросто пройти. Но я так думаю, что вначале нужно подбивать нам самых простеньких, да, которые просто стреляют
шариками в разные стороны. А не тех, которых мы хотели с вами в начале, которые там и два шарика, и три, и черт знает, что он там только не делает. Что это мы с ним соединились как-то, с моим персонажем? Смотрите, ребята, в одну кучу стоим. Так, нечестно. А может быть и честно, фиг его знает, ребят. Что-то опять разделяемся потихоньку. Да идите вы все. Давали бы мне за это, ребята, еще хотя бы, ну, я не знаю, конти или еще что-нибудь. Опять разошлись. Ну, здесь все довольно легко. Мы просто летим, подбиваем их. А вот что вот это вот за циклопы, которые там будут выходить? Откуда они вообще взялись? Ну, это не циклопы, я бы сказал, это великаны. Потому что циклопы, они с одним глазом. А там у них с глазами все нормально было. Так. Но мы не попадаем. Подбили. Ну, давай, давай, давай. Сейчас музычка должна обостриться, и после этого, естественно, ребята, выйдет уже сам босс. Ну, вот. Готовимся, ребята. Значит, стрелять нужно в одного до последнего, пока он там не погибнет, а потом уже на кого-то переключаться. Ну, сложно все равно. Вот, давай вот с этого попробуем, ребята, начать. Главное уворачиваться. Так, мы его подбили. Можно... Взял аптечку. Ту аптечку, наверное, можно придержать, я думаю, да, ребята? Так, подбил. Давайте вот с этого попробуем, ребят. Он по нам не попадает, а мы по нему жарим. Отлично. Давайте теперь вот этого. И, наверное, еще будет последний, третий. Мне кажется, так будет. Последний, третий выход. Самого главного уже, судя по всему. Ну, сдохнешь ты или нет? Так, Атлас, где он, ребята? Вот он, сам Атлас. Так, ладно. Началось, короче, ребята, у него фаза 2, блин. И конти не заработали. Атака титанов, достижение я получил. Мы с вами забрались на гору Олимпа. Это у нас, я так понимаю, наверное, самая последняя гора. Так, ой, сатиры, наверное, здесь, ребята, всех уже собрали монстров. А маг-то нафига здесь нужен на такой ранней стадии игры? Хорош, с магами-то тут мне не совсем нравится, ребята, с ними драться. Так, золото. Не понял я одного, зачем мне тут нафиг это золото? Вот серьезно. Ого, а это маг-то, смотри. Этот маг, ребята, в разные стороны уже у нас бомбит. А это еще кто такое? Это, ребят, по-моему, суккуб. Ну, по идее, так должно быть. Сдохла, легкая она. Ну, еще один суккуб. Может быть, это какая-нибудь, ребята, гарпия, фиг его знает. Но мне кажется, что это суккуб все-таки. Так, что, все, или кто еще выйдет? А в конце мы кого будем бомбить с вами, а? Если мы в данный момент Зевс. Кто старше Зевса был? Главнее, до того, как мы стали царем. Не царем, а верховным богом, так скажем, да? Может быть, нам здесь покажут, расскажут все-таки, кто. Так, маг. Эть, массовая атака. Погоди. Да я коломанешечки ты достал. Вот, ребята, вот это вот меня бесит. Когда в текстуры, блин, пропадают герои, враги точнее. Ты их просто не видишь. У нас, кстати, 3 здоровья, 1 контини всего лишь та. Дай аптечку, пожалуйста. Во. Фу. Так, суккуб. Ну, если с ними легко, ребята, справиться еще, то с остальными немножко будет сложновато. Так, накумарил? А почему ты выжил это еще? С какого перепуга ты... Так, тихо, иди сюда, маг. Нет, не успеешь ты. Ты, гаденыш, не должен у нас успевать тут применять свою противную вонючую магию. И суккуба тоже мы наколбасили. Иди отсюда, начинает уже подготавливался, ребят, видели? Так, сатир. Тоже минус о нем его сейчас. Давай, иди сюда. Готов. Так, что дальше? Гоу или не гоу? Нет, по-моему, еще... Да, еще ребята выходят. А, противнички наши, да? Зевс, интересно, кто же был главнее тебя? Мне вот самому, ребята, честно говоря, интересно. Сколько я помню, по мифологии он, по-моему, уже как бы изначально шел, да? Самый главный. На троне. Как в море Посейдон, так и он на горе Олимпа. Больше я не помню никакого старшего. Да ладно тебе, успокойся. Ать.
Ай-яй-яй-яй-яй, ребята. Да чтоб тебя. Да он куда-то в текстуру опять. Дай пробирку. Не успел. Ну как так можно, блин, было не успеть понабрать хилочку. Ну, вы серьезно, вы издеваетесь, блин. Просто вот сейчас вот издеваетесь надо мной, блин. Иди отсюда. Все из-за тебя, блин. Целую хпшку, ребята, слил. Вот из-за этого маразматика, блин. Господи, как же не повезло. Что такое у нас тут? Гея, ну это я понял. Это Гея, это богиня земли. Сейчас меня еще тут окумарят, блин. Дайте аптечку, пожалуйста, пожалуйста. Никакой, блин, аптечки, ничего мне тут не дают. Только кучу врагов. Кучу целую врагов. Пипец. Ну это как называется, ребята? Это называется фиг тебе, а не прохождение игры. Вот и все. Одно здоровье, ну ладно, одно контини, но что мне это даст? Да ничего, ребят, не даст мне. Если я в лучшем случае дойду до босса и просто на него посмотрю, потому что мне надо будет еще узнать, как его бомбить. Уранус. Кто это? Это, ребята, босс, судя по всему. А как его бить? Кулачки. Ага. Что, что, что ты хочешь сделать? Что ты делаешь? На? Так, ладно, здесь я... Блин. Да хорош ты уже. Можно вот здесь просто стоять, ребята, и все, да? Вот тут вот. Ведь не попадет же? Погоди-ка секунду, а... Он так будет бесконечно, наверное, бомбить. Ха! И что же я должен сделать? Слушай, в тело, может быть, ему нужно бомбить? Нет, ребята, он очухался. Так, опять, да, в истерику. Опять в истерику, ребят. Встаем здесь, в нашу позу. Слушай, ну у него... Это Кронус, ребята, это Кронус. Так, стоим здесь и ждем, когда он остынет, в конце концов. Ну, здоровье у него, будь здоров. Так, ты успокоишься или нет, а? Я надеюсь, он тактику не поменяет своего боя. Так, давай сюда опять встаем. Вот так вот. Фух. Главное, как говорится, найти, ребята, точку, где он тебя не может задеть. Слушай, а мы хоть здоровье-то у него отнимаем? Я, кстати, на это не обращал внимания, когда я бью по его руке. Сейчас проверим. Ну-ка. Слушай, по ходу дела нет. Погоди, а что ж тогда? Ха! А что тогда я должен здесь сделать? Блин, фигня какая-то, ребят, получается. Что я ему по руке бью, это бесполезняк. Может быть, Во! Вот оно что, блин. Надо было бы по его репе бомбить. Так, стоим здесь на месте. Короче, понятно, ребята, для чего нам теперь дают вот эту вот энергию. Именно для того, чтобы я накопил себе на суперудар. Суперударом, естественно, этих надо было взять энергию там. Эй, не успел. Так, хорошо. Ага, нам одной достаточно, чтобы его... Все, я понял, ребята, давай бомбить. Упадет? Упал. И вот только после этого по его толстой, вонючей морде мы можем бомбить. Так, отходим. Давай, давай, давай. Будешь кулаком бомбить по земле? Бомбит. Забрали. Слушай, ну это же не обязательно, да? Я думаю, можно и вот так вот сделать. Дай-ка я вначале энергию возьму. А теперь по щам ему, по щам. Так, успокойся. Начинает психовать. А мы вот так еще разок сделаем с вами. По его вонючей кроновской морде. Вы помните, ребята, Кронос? У нас кто дрался с Кроносом? Конечно же, наш немалоизвестный, немалоизвестный... Я уже сам забыл, как его величать-то. Кратос, Кратос, Кратос у нас бомбил Кроноса. Так, хорош. Давай попробуем. Упал? Получи по щам, по своим мелким вонючим щам. А если еще разок? Вот так оно даже будет эффективнее, ребята. Сразу же. Но я почему-то думаю, что у него еще будет одна какая-нибудь трансформация. Он просто предчувствует это. У него два здоровья всего осталось на данный момент.
Ну давай, хорош уже выеживаться. Бомби. Так, вот он удар сделал. А где энергия? Вот она, ребята. На-ка. Раз и два. Ребят, что-то он... Да ладно, вы хотите сказать, что это... Гудбай, отец. Получено достижение. Ты смотри-ка, ребята, мы его заточили. Вот, кстати, в игре про этого... Ну, вы поняли, да? Он же как раз был заточенный, и наш этот Кратос... Почему у меня Кратос? Мы освобождали, ну, якобы его, да? И вот теперь у нас Зевс стал действительно королем. Спасибо тебе, игрок. Вот ты заработал 19 820 очков. Будь добр, распишись. Ну что, ребята, я прошел эту игру. Я понимаю, конечно, нелепая игра на самом деле, но, тем не менее, как факт, она пройдена, и я на этом успокоился. Так что всем большое спасибо за просмотр, и до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам!